нашим форма одежды нужна одинаковая. У нас же есть, иначе брат, ты что, путаем не видел? Постоянно. Ты не видел форму одежды? А я пару дней не заходил, бро. А, я тебе сейчас покажу. Туда направо, а ну дальше вот так проезжай, к этой машине подъедь, брат. Подожди. Это чья машина? Сейчас, секунду. Моя малышка. Ракета нереальная просто. Да. И чё он носил? Она стоит 6 лямов. Чем ламба лучше, да? Мне больше нравится. А так, от души, брат, что-то вез. Поехали четвертую бургерную со мной, если по кайфу. А так сейчас через 3 минуты сервер перезагрузится, брат. Да, да. Поэтому можно просто по трассе покатаемся, если хочешь. Лах, ну слышь меня? Бизнес пошел в гору. Комар, ты что ли? Хотя как можно не слышать. Дай я прокачусь. На, садись, брат, дай, на. Отойди, да, комар. Что ты за диски поставил, брат? А, еще момент, Лах. Бля, 200 штук эти диски, приколись, да, отдал, брат, Халиб. Надо черные надо было поставить, нет? Да, сейчас поеду, черные поставим. Поехали, Ахма, я за тобой на твоей машине. Давай. Это оригинальный оставь, оригинальный же четкий, без вот этого названия. Ахма, слышишь? А, брат. Ты разобрался с бизнесом? Да, да, брат, уже нормально, все, закупаешься там, все. Вот я вчера искал, у тебя же там задержка стоит. Вот я вчера искал тебя, ты там. У тебя, видишь, там это бывает кто? Склад. Это кто? Да. У тебя. Это наш брат Мухаммад тормозит этот гиами. Это. Бля. Короче, там склад у тебя 100, да? Ага. Ты заполняешь вот примерно справа 100, а слева 20, да? Ты накупаешь 80 и все. Переходишь на Кока-Колу. У тебя там 100 примерно. Но запас товара у тебя 10. Закупаешь 90. 90 полностью закупаешь и все, ждешь. Не надо каждый раз нажимать и нажимать. А, понял, просто понял. Нажал, ты можешь уже после заказа, тупо можешь уже из игры даже выйти. У тебя заказ дальнобойщик примет и принесет тебе товар. Все, понял. Я уже понял это сегодня, да. Все. Баркало, брат.
Все, все. Поедем диски поменяю. А? Вот же они, да? Вот, вот, четко. Фу, лучше них что есть на туре, я просто тупанул по зоопарке. А ну да, круг сделаю, да, примерю ее. Пример, да. Заведенная, да, она? Конечно. Как на девятку. Сюда привези до кого-нибудь, раскачаем ему, что ты президент будущий. С на мэрии выцепи, да. А, я вчера заметил, это что за вечеринка была, лахма, за 20 штук? А, мэра, что ли, инаугурация мэровская, там кто-то устраивал. Вы поехали тут? Да, поехали, там такого ничего особо не было. Там были, как обычно, вот эти клоуны, которые до нас докапываются. Вот эти, которые красные, там что-то болтают. И вы отдали бабки 20 тысяч за вход? Не-не, там все были, брат, это вообще просто приглашенные были, мы как им можем дать деньги, брат? Они тоже приглашены, Яки там были, Яки были, они были, там итальянцы отказались, по-моему, ехать, когда узнали. А сам Сэм был там? Чё за Сэм? Да-да-да-да-да, мэр, наш был, да-да. Он же мэр, да, здесь в городе? Да-да-да. Был, конечно, был, общался, танцевал с нами, хахал ловил, кричал, давай музыку поставьте. Четко все там прошло. Алексей Абажин, как у меня, которая. Ассаламу алейкум, приятного времяпровождения. Алейкум ассалам. Диски нравятся тебе? Майл, диски посмотри, и тогда потом иди звать. Эй, Майл, это ты что ли? Я видел диски. А, это не этот тачка, что ли? А ты салам не кидаешь вообще, Майл? Он же на умниках устроился работником, теперь салам не кидает. Нет, я просто до этого ты салам мне не кинул, я думаю, что я тебе сейчас буду салам кидать, не хочешь, не хочешь. Вот это же. Нихуя. Приколись, да, как будто специально он тебя, может, не заметил, да? Приколись, да, Агами. Обиделся. Просто пацаны, ровные враги мы тебе. Брат, твой. Она чё за дура, Лахма, черкани номера тут. А ты как их? Ты их купил или что? Или тебе так фартануло? Ой, базара нет, брат. Я машину купил, брат. Машину такую с ними купила. Бомба, брат, бомба. Ну, смотрите, можно машину за десятку купить, имеется в виду, за 10 тысяч купить, пока тебе не выпадут нормальные номера. Даже с мотоцикла можно перевести номера на машину. Да? Ну, конечно. Надо попробовать. Да, похавать здесь. Не пробел, а пробел и газ. Как она, бля, стреляет. Ой, базара нет. Такие вещи зайдем нельзя оставлять. Может хайбула понажимать хочет, да, для него. Я же говорю, бля, надо поиспытать, бля. Эта малышка опасная. Смотри, влюбишься, потом спать не сможешь. Вот уже этот. Я, честно сказать, приезжать не хотел к вам. Самая дорогая.